20 сентября 1996 года, 22 часа 18 минут, мы начинаем! Итак, добрый вечер, дорогие мои. Я приветствую Сочи, Петрозаводск, Тулу, Краснодар, Пермь, Северодвинск, Архангельск, Москву, Лос-Анджелес и родной Петербург. Мы начинаем самую популярную игрушку в городах вещания первой петербургской независимой радиорулетку по пятницам. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Казино «Конти», Аркадий Арнаутский. Я приветствую вас, коллега. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, слушатели, потенциальные игроки, которые обязательно сегодня выиграют. Потому что я, Дмитрий, сразу же... Вот это больная тема потенции, она прямо сквозной нитью проходит через все ваше творчество. Да, вы заметили, правильно? Да все, да поздно, Аркадий, уже поздно. Итак, у нас сегодня мы извинимся с вами вместе, Дмитрий. Один я не отмажусь. Я перед кем не виноват. Вместе с вами отмажемся за то, что в прошлый раз у нас выиграли люди в магазин, который, к сожалению, закрылся. С нами уже не играет в песочницу. Поэтому сегодня с нами это точно, наверняка, Fora Communication, это Street, Transversal, 987, территория Форы. Подождите, какой приз? Что-то? Вот я читаю, приз. Чек на 5 часов эфирного времени. Чек может использоваться для оплаты услуг только сотовой сети Фора. Чек неименной, поэтому если победитель не является абонентом Фора или является абонентом другой сотовой сети, он может подарить свой чек или использовать его при подключении к системе Фора. Какая прелесть. Ставка двух или более фишек на территорию Форы не увеличивает. Вот еще раз уточняю, не увеличивает количество призового эфирного времени. За выигрыш на части территории Форы 9-8 или 8-7 выигрыш 2,5 часа. Поэтому рекомендую ставить на стрит 9-8-7. Давайте без ваших дешевых рекомендаций. Рекомендациями здесь занимаюсь я, друзья мои. Поэтому рекомендую ставить на стрит. Повторите-ка. 987. Вот так вот. Итак, с нами еще наш джекпот увеличился. И сегодня он является собой огроменную сумму в $150 США плюс выигрыш. Не хуху себе хухо. 15 номер. Это ресторан на двоих от казино «Конти». Такой замечательный приз при свечах. Здесь можно будет покупать. Кушать на 2 человека. Итак, 3 спонсора. Номер 3987, номер 21 джекпот и номер 15 ресторан от казино «Конти». Аркадий, вот эта вот фраза «покушать на 2 человека», честно говоря, не по-нашему, не по-русски. Да вот в том-то и дело. С вами только знаете, куда ходить. Да, да. Мне уже люди сказали, слушай, а что это Аркадий в эфире говорит такое? После этого стоит сходить. Итак, Аркадий, я приветствую вас. Мне приятно, что сегодня партнерами являетесь именно вы. Спасибо, взаимно, ей-богу, взаимно, даже без шутки. Да я-то пошутил. Шутка. А у меня шутка «Кладенец», как всегда, припасена на после. А, шутка «Кладенец». Итак, дорогие друзья, 22 часа 22 минуты, 22 мое счастье. Телефон студии 987-937-987-937, телефон Моторолла от Fora Communication. И я принимаю первый телефонный звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Я приветствую вас. Как звать, величать? Андрей. Как? Андрей. Сейчас, подождите, Андрей, раз. Я своими шаловливыми пальчиками сейчас поднастрою. Здесь раз. Но лучше не сделать. Итак, Андрюша, сколько берем? А сколько дадите? Ой, перестаньте, вот это вот начинается кокетничать. Не берите уже, Андрей. Не, ну... Андрей, берите уже. Ладно, возьмем 5. Подождите, а 10? Вы сказали, сколько вам надо... Я беру. Вам 5 надо, да? Да. Хорошо, берите, Андрей. Значит, на число 20. Число 20, дальше?
потом одну фишку на ту шестерку, где число 20 присутствует. Фишка, где число 20 присутствует, дальше? Затем на число 6. Число 6, дальше? Потом на шестерку, где шестерка присутствует. На шестерку, где присутствует цифра 6. На число 10. И число 10, все. Итак, коллега, вы все ущучили. Я с вами очень даже солидарен, да повезет Андрею, а мы давайте с вами еще побеседуем немножко вне эфира. Хорошо. Итак, друзья мои, мы начинаем. Коллега, что у нас? Быстро. Ну что ж. Первый блин не то, что комом, но так. Комочком. Немножечко. Ага. Немножечко вышло, потому что номер 5 рядом с шестерочкой с цифрой 6. Но это первая шестерка, на куда мы ставили 6 фишек у Андрея. Неплохо. Андрюша, 6 фишек. Ну тогда все на черное. Все на черное. Коллега, на черное. Ставка сделана. Ставка сделана. Поехали дальше. И мы продолжаем музыкальный почти нон-стоп радиорулетки по пятницам. Алена Егорова с супербоевиком прошлого года. Амиго. 22 часа 25 минут. Я приветствую, дорогие мои. Извините, я честное слово не лукавлю. Поехали. Амиго, дорогой, что там у нас, а? У нас номер 27, красный номер, мимо. Ай-яй-яй-яй-яй. Андрей. Андрей. Б. Бездарнейшим образом все мимо. Все. А можно привет передать? Быстренько, Андрюша. Привет Северодвинску и друзьям из Северодвинска. А вы что, из Северодвинска? Нет. А, ну хорошо. Из Петродворца. А, тогда из Петродворца? Да. Сегодня я посещу Петродворец с официальным дружественным визитом. Сегодня в ресторан, там как, клуб Петродворцовый, да, или как называется, да? Это ресторан. Ресторан, да. Вот, сегодня там выступление артистов во главе с кумиром молодежи. Так, и все, большое спасибо, что есть радио такое, как Модерн. И все-таки здорово, что у нас хоть кто-то не затюкан коммунизмом. Хорошо, мы углубились. Спасибо, Андрюша. До свидания. До свидания, счастливо. Итак, друзья мои, телефон студии 987-937. Слушайте, Аркадий. Я слушаю вас. Я вам говорил, что жилет лучше для мужчины нет, а? Так, а я что вам сказал? А почему вы сказали, что, к сожалению, это не для вас?
Ой, Дмитрий, моя шутка, кладенец выходит вам навстречу и говорит... Подождите, может, мы ее оттянем все-таки, а? Она же... Да нет, у меня их много. Ну, давайте. Почему, когда у вас дома перегорает, все-таки перегорает лампочка, вы встаете на табуреточку с новой лампочкой и просите кого-нибудь из родственников повертеть табуреточку? Слушайте, Аркадий! Опять началось. Вы знаете что? Это фитиль. Просто сделал меня, просто сделал, Аркадий. Мне померещилось или нет? И где-то я слышал же это, а? Не может быть. Ладно. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Как зовут? Алексей. Как, Алексей, откуда звоните? С машины. С машины. Какая марка? Пятерка. Пятерка? Да. Поздравляю. Итак, Леша, сколько берем? А сколько дадите? Ну, Леш, ну берите уже. Ну, штучек 10. Штучек 10, берите. А 11 слабо? Ну, а давайте 11. Берите, нам не жалко. Одну на фору, а остальное все на черное. Одну на фору и остальное все на черное. Есть, ставка сделана. Ставка сделана, 22 часа 30 минут. Поехали дальше. За ними течет река, уплывают вслед за ними дни и ночи и облака. Люди мимо меня проходят, только ты до конца со мной. Солнце с нас глаза не сводит, перешептывая с луной. Лей, лей, жалей, вылей все скорей, чтоб вдруг просохло. Я забуду, что было в моде, и не вспомню ни снег, ни зной. Пусть все мимо, пусть проходит, если ты до конца со мной. Лей, 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 жалей, вылей все скорей, чтоб к утру просохло. Лей, летом в окна бей, я скажу тебе, все не так уж плохо. Итак, коллега, что у нас? Еще вот сейчас, вот он, от 27 номер. К сожалению, опять 27-й, уже второй или третий раз. Это красный номер, мимо. Ай-яй-яй-яй. Алло. Алло. К сожалению. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, спасибо. Спасибо. Счастливо. Итак, друзья мои, я напоминаю, телефон студии 987-937. Слушайте, Аркадий. Слушаю внимательно. Когда я вам сказал, куда засунуть свой ваучер, я пошутил, Аркадий, я не ожидал, что вы так и ходите до сих пор с засунутым. Меня уже люди спрашивают, почему он при ходьбе шелестит. Какой кошмар, Нагиев. Вы действительно в избежании непредвиденных расходов теперь пуговицы прикручиваете проволокой. Причем на спине. Ой, как хорошо. Хорошо. Спасибо просто, коллега. Просто спасибо. Я упрел, уели просто меня. Фитиль. Просто фитиль. Алло. Алло, здравствуйте, Дмитрий. Доброй ночи. Откуда звоните? Санкт-Петербурга. Откуда? С машины, нет? Нет, из дома. Дело в том, что, друзья мои, я хочу предостеречь, что после трех звонков с сотового телефона на сотовый телефон я переключаюсь на обычную городскую телефонную сеть. Ну, что делать? Мне обидно, что поиграть удается только тем, кто имеет сотовые телефоны. Как вас зовут? Александр. Саша, берите. 9, можно? Нелегко, чего нельзя-то? Ну, одну чисточку на фору. Одну на фору дальше. Одну на 21. Одну на 21. А остальное на первую половину, поля. И остальное на первую половину поля, коллега, как? Есть, ставка сделана, заказ принят, да повезет Александру. Спасибо. 22 часа 33 минуты. Я напоминаю, радио «Рулетка» по пятницам. Дмитрий Нагиев, Аркадий Арнаутский. Доброй нам с вами ночи. Поехали. Why not? You don't have any teeth. You got nothing to lose and everything to gain. My chocolate cake won't cause no pain.
коллега, что у нас? Ну, к сожалению, номер 35 не входил в планы Александра. Мимо, все мимо. Ай-яй-яй-яй. Саша, да, 11 фишек проиграть надо быть большой бездарностью. Да ничего. Ничего. Счастливо, Саша, спасибо. Итак, друзья мои, 987-937, телефон в студии. Слушайте, Аркадий. Слушаю внимательно. А правда говорят, что вы в белые ночи встречались с негритянкой, а сейчас почему-то сказали ей, что между вами все кончено? Знаете что? Знаете что? Пусть радиослушатели наконец знают, что крупнейший в Европе завод по производству презервативов признал эталоном некоторую вашу часть тела. И пусть народ винит вас, если изделие будет великовато. Ваш нос. Слушайте, Аркадий, ну просто уели, просто уели. Просто уели. Это уже 60-х. Это уже прожектор просто. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Как зовут? Саша. Саша, откуда звоните? А? Откуда звоните? Да ниоткуда, из дома. По радиотелефону. Ну, какая да? Беда, да. Беда, беда. Я принимаю еще один радиозвонок, и потом мы переключаемся. Итак, Саша, берите уже. Ты уж десяточек. Берите, берите. Да ладно. Берите. А пятерочку на красное. Пятерочку на красное. А что у нас со спонсорами? Со спонсорами что? А сейчас мы узнаем. Аркадий, быстро, чего со спонсорами? Ну, как всегда, Fora Communication. Приз на 5 часов эфирного времени с 3987. Также номер 21, это $150 США. Это наш джекпот в казино Конти. И номер 15, это в казино Конти ресторан. На 2 супруга. Понятно. Итак, Саша, вы все запомнили? Да, Дим, слушай, у нас 3 спонсора, да? Да. И 2 на первую шестерку. Отлично. 3 спонсора и 2 на первую шестерку. Есть, заказ принят. Заказ принят. Якида, Pride of Africa. Что у нас? Ну, что-то не идет. Не идет игра, потому что, как в прошлый раз, все, что ни кинь, все попадало. Подождите, не сразу, не сразу у нас началось в прошлый раз. Не надо наговаривать. Итак, номер 11. Рядышком, но мимо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Алло. Дима, здравствуйте. Да. Это уже другой абонент с вами. А ты куда за его абонент идет? А все, он ушел. А как это он так? Ну, видать, разъединился. А, вот так, да? Да, так получилось. Ничего себе, ребята, вы работаете. А вы тоже с радиотелефона? Нет, я из дома звоню с обычного. Поднял трубочку, у вас уже все нормально. Серьезно? Да. Хорошо, как зовут? Андрей. Давайте, Андрюша. Ну, давайте одну фишечку на опору поставим. Подождите, а сколько их у вас? Ну, давайте 10. А почему так? Ну, так круто. Давайте будем оригинальными, давайте 9. Хорошо, давайте 9. Одну на фору, одну на 21, на джекпот. Фора 21. Одну поставим на 6, в которую фора входит. На 6, в которую фора входит. Другую на 6, в которую входит 21.
другую на шестерку, в которую входит цифра 21. Дальше. И на первую половину поля. И на первую половину поля. Коллега, как вы, а? Я спокойно к этому отношусь и раскладываю. Сделана ставка, да? Да, yes, of course. Спасибо. А в нашей программе молодая петербургская команда «Потерянный мир». Согрели тобой надежды и мечты. Брошенным двом до сей пустоты я так устал. Помните терзать себя. Почему я не могу забыть далекое тебя? Обыденной жизни шумящий поток. Послушные листва, облетевшие в срок. Не очень скупость бывших друзей. Все это новая осень в жизни твоей. Итак, коллега, что у нас? Ну, опять я разочарую всех. 28-й номер не входил в наши планы. Мимо, к сожалению, мимо. Давайте сейчас проведем эксперимент, дадим поменьше фишек, да? Давайте. Алло. Да. К сожалению. Понимаю. Счастливо. Всего хорошего. Итак, друзья мои, напоминаю, телефон студии 987-937. Слушайте, Аркадий. Да. Я слышал, что вас друзья приглашали сходить на яхте. Так. Ваши друзья звонили. Так. Они убрали то, что вы сходили. Они говорят, чтобы в следующий раз вы сходили в другом месте. Нагиев, я вот тут за горы, возле одного дома, видел табличку. Осторожно, Нагиев. Так меня интересует, вы сменили квартиру или... подхалтуриваете, свободное от работы время. Слушайте, Аркадий, вы просто мастер юмора. Вы так... Жванецкий. Не, Жванецкий рядом не лежал. Итак, алло. Алло. Доброй ночи. Это кто? Дмитрий. Это кто? А это Владимир. Кто? Владимир. А, Владимир, Владимир, вы с машины звоните? Нет, с радиотелефона. С радиотелефона? Какая марка машины? Как? Ягуар. Ой. Владимир, ну, постеснялись бы на такой таком скромном автомобиле звонить. Да что вы! Да. Итак, Владимир, сколько берем? А, мы же, сколько дадите? Да-да-да, мы проводим эксперимент. Четыре фишки, Володя. А так мало. А эксперимент? Перед... А почему? А потому что перед этим три оппонента по 11 фишек бездарно проиграли. Хорошо. На фору, значит, одну. Самая хорошая компания. Потому что у меня телефон такой же. Да? Да. Фора, коммуникация. Фора. Да. Что там еще у вас есть? Есть ужин на двоих. Ужин на двоих не надо мне. Значит, у меня в жизни ничего не везет, у меня все черное. Остальные на черные, да, Дмитрий. Хорошо. Аркадий, да. Сделайте на черное пяток. И значит, один... сколько у нас? 6 фишек? Ну, что делать? Пускай будет 6. Хорошо, понял. 6 фишек, понял, да. Что вы, с кем там вы там все время разговариваете? Да я сам с собой. Такой приятный собеседник оказался. Хорошо. Итак, 22 часа 45 минут. Мы продолжаем музыкальную программу этого часа. Команда «Империя» с замечательной песенкой «Солнце встает». Луч солнца золотого выскрыла пелена. И между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро, ясное. Знай, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце взойдет. Солнце взойдет. Стали
прощай, ты голос мой услышь. Аркадий, голос мой услышь, что там у нас? Ну это опять невероятно, потому что номер 27 уже выпадает какой раз. Красный номер, опять все мимо. Ай-яй-яй-яй-яй. Владимир! Вот, я проиграл! Просто бездарный, я тебе добавил еще две фишки. А так мало. Как так? Хорошо, Дмитрий, привет, можно передать? Легко. Легко. Значит, сейчас моя любимая девушка, Диана ее зовут, она не слушает меня и пытается дозвониться до вас. Подождите, она слушает меня. Не меня, а меня. Да как это тебя, когда она слушает? Она слушает радиомодерн. Так она слушает меня. Да. А ты случайно попал. Дмитрий, поставь какую-то про любовь песню. Я люблю ее, не могу без нее жить. Хорошо. Итак, друзья мои, с телефоном сейчас будут легкие перетурбации, поэтому я прошу вас немного подождать. Итак, будьте внимательны. Телефон студии 346-22-62. 346-22-62. Добрый вечер. Теперь нас слышно будет несколько хуже, конечно, не как Фора Коммуникейшн, но я прошу вас всех говорить погромче. Как вас зовут? Алина. Алина, Алина, сколько берем? 10. Фамилию? Сразу фамилию? Но, мало ли связь пропадет. Хорошо, Кураедова. Алина Кураедова. Есть. Записал. Куда ставим, Алина? Одну на фору. Одну на фору. Одну на зеро. Одну на зеро. Фора, зеро и красная, коллега. Есть, ставка сделана. Ставка сделана в нашей программе. Алла Борисовна Пугачева, Робинзон. Плачет девушка в автомате, путаясь в зябкое пальтецо. Вся в слезах и в губной помаде, перепачканное лицо. Вся в слезах и в губной помаде, перепачканное лицо. Что у нас? Алло, алло. Да. Очень плохо слышно здесь. Засили просто игроков, наверное, на Кристину Арбакайте и поиграть решили. Итак, у нас номер 3. К сожалению, не зеро рядом, но это красный номер, 26 фишек. Аркадий, во-первых, за то, что вы сделали бесплатную рекламу Кристине Арбакайте, $90 зашлите. Итак, 26 фишек, 260 тысяч. Алина. Да. Так, 5. Нет, не 5, 10 поставим. На первую дюжину. 10 фишек на первую дюжину. 10 на третью дюжину. Одну фишку на зеро. Одну на зеро. На 21. На 21. На фору. На фору одна. На там ужин на 15, да? Что? Ужин. На ужин на двоих. И поставим на 27. На 27? Да. У нас сколько осталось? Алло. Да. Вы меня спрашиваете? Да. 20, 21, 22, 23, 24. Еще две фишки. Еще две фишки, Алина. Быстро. Да? Еще две, Алина. Хорошо, тогда две на последнюю шестерку. И две на последнюю шестерку, коллега. Есть, ставка сделана. Ставка сделана, а у нас новый супербоевик сезона Wild Sides. Just a slight light, one of us. Just a strange.
Итак, в Петербурге 23 часа. Ровно, я приветствую вас в ночном эфире на волнах Первой Петербургской. Напоминаю, что радио-рулетка по пятницам. Дмитрий Нагиев, Аркадий Арнаутский в казино Конти. Коллега, что у нас? Ну что, наконец-то игра вроде бы случилась для женщины нашей, для Алины. Выпадает номер 31, последняя шестерка. И мы ставили 10 на дюжину. 40, 400 тысяч рублей. 400 тысяч рублей, Алина. Ура, я выбираю. Я думаю, да. Алина, я вас благодарю за великолепную филигранную игру. Спасибо большое. Всего доброго. Итак, друзья мои, 400 тысяч выигрывает девушка Алина. Телефон студии 346-2262. Слушайте, Аркадий. Я слушаю. Подождите минутку. Я ничего не слышу. А что у вас такое? А я меняю фишки. Вы лучше поменяйте слуховой аппарат. Алло. 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 Да, здорово. До свидания. Итак, друзья мои, телефон студии 346-2262. Алло. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Сергей. Сергей, очень приятно. Сережа, учитесь, работаете? Работаю. Как давно слушаете нашу скромную радиостанцию? С самого начала. Есть какие-то пристрастия среди ведущих? Есть, конечно. Назовите, только не говорите я, то люди думают, что я из-за себя спрашиваю. Хорошо. Не говорю. Спасибо. Спасибо. Итак, сколько, Сережа? Сколько можно? Да перестаньте, давайте, не кокетничайте. Ну, 10. Да, берите 11. Хорошо. Фамилию сразу, Сергей. Трескунов. Трескунов. Через Трескунов. Трескунов. Да. Сергей Трескунов, Аркадий, запишите. Трескунов. Да. Есть. Давайте, Сережа. Ну, на фору. На фору? Три. На фору три? Да. Я не думаю, что будет 1500. Честно скажу, не думаю. Ну, пускай так. Хорошо, на фору три, да? Да. Окей, на фору три дальше. Две на первую шестерку. Две на первую шестерку. Две на третью. Две на третью. Две на пятую. Две на пятую. Ну и а какие там еще эти? Ужин на двоих у нас есть. Да, вот на эту одну фишку. И джекпот $150. Вот еще на это. Значит, на ужин и джекпот. Аркадий. Я вас вообще ловлю. Я здесь с этим самым плеером. Только не делаю чудеса. Я не слышу вас. Только не делитесь. Вы ставки сделали? Итак, стрит, три фишки. Но напоминаю, выигрыш один будет, если фора. Да. Первая шестерка, две фишки. Третья шестерка, две фишки. Пятая шестерка, две фишки. 21.15. Ставка сделана. На одну фишку больше, то есть 12 фишек стало у Сергея Трескунова, потому что выпадает номер 3. Мы ставили на первую шестерку две фишки,
Всего получается 12. Понятно. Сережа, 12 фишек у тебя, давай, рискуем, Сережа. А по 4 на 3 шестерки, на эти 3 шестерки? Ничего не даст. Еще на одну увеличим. Алло. Да подожди, ты видишь, я с интеллигентным человеком разговариваю. Алло. Сережа, давайте. На черное все. Окей. Все на черное, коллега. 12 на черное, ставка сделана. Итак, коллега, что у нас? Ну что ж, 29-й как раз черный номер, 24 фишки для Сергея. Вот это дело. Сережа, 240 тысяч. Опять рисковать? Я не знаю, можно забрать, Сережа. Ну, только... Забирай, но лучше еще раз все на черное. Все на черное. Итак, мы хотим удвоить еще раз все на черное. 24 фишки от казино Конти и радио Модерн на черное. Ставка сделана для Сергея. Да повезет Сергею. Окей, 23 часа 9 минут. Молодцы. Итак, коллега, что у нас? Ну что, наконец-то могу порадовать. Наконец-то. Номер 26, черный номер. 48 фишек. 480 тысяч. Неплохо. Серега, 480 тысяч. Заберу, пожалуйста. Забираешь. Сергей, я тебя поздравляю. Спасибо. На самом деле, пол лимона на дороге не валяется. Согласен. Спасибо тебе за смелую, откровенную игру. Всего доброго. Итак, друзья мои, телефон студии 346-2262. Слушайте, Аркадий. Слушаю внимательно. А правда, что вы завели собаку? Завели собаку в темную парадную, жестоко ее пугали и обзывали по-всякому, а? И что? Смеяться надо, что? А вот ваше объявление на столбе у стены. АОЗ временно не работает в связи с перевыполнением плана. Ой, Аркадий, как смешно. Смешнее еще другое, что у нас нет связи. Что, прибегнем к услугам форы? Давайте. Хорошо, мы подождем еще все-таки минут. Давайте, Аркадий, раскинем-ка по две фишечки, а? Давайте, с удовольствием. Давайте, пока связи нет, раскинем по две. Что вы мне предлагаете? Я ставлю все на третью шестерку. Две фишки на третью шестерку. Yes, а вы? Я не скажу, это секрет. Так что? А? Так что, вы не скажете, куда вы ставите? Я ставлю 25 фишек на одно число. Да, не зря вас все-таки выгнали из математического института. Итак, хорошо, ждем результата и ждем связи. Принимаю следующий телефонный звонок по телефону 346-2262. Алло. Алло. Доброй ночи. Доброй ночи. Как зовут? Виктор. Как? Виктор. Виктор, у вас 5 фишек. Красная. Эй. Эй. Красная, блин. Это самая незатейливая фраза. 5 красная. Слушайте, я ненавижу вас, Нагиев. Я презираю вас. Чего вы так не хотите сегодня ехать в Петродворец? Господи, Димка, что ты скажешь в шутейном разговоре? Хорошо. Итак, коллега, что у нас? Мимо, Димка, все мимо. Алло. К сожалению. Ничего. Итак, друзья мои, телефон студии 346-22-62. Алло. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Слушайте, у вас голос как у автоответчика. Нет, у меня нормальный голос. Радиотелефон такой.
А вы что, с машины, что ли? Да. А, вот, называется, переключился. Как зовут? Саша. Саша, а что за марка машины? Джип. Джип? Чероки? Да. Ой, фу, ну Саша, ну, господи, это же моя мечта, господи. Ладно, Саша, берите. Хочу береть. Берите, сколько хотите, столько и берите. Девять. Девять? Да. Берите девять. Все на красное. Все на красное человеку в джипе Чероки. Ой, повезет же ему. Limited, надеюсь. Limited. Что, зачем такая зависть в голосе, а? Зачем? Вы же... Есть на красное для Сади. Для Сади. Хорошо, Роберт Палмер. К сожалению, номер 24, ни даже оттенка красного нет. Черный номер, мимо все. Ну, хотя бы розовенькое было? Не было. Ну, а голубое ваше? Ну, вот этот цвет ваш цвет. Ой-ой, грубо, грубо, а. Алло. Да, слушаю. К сожалению, Саш, ничего нет. Все в красном. Спасибо, Саш, всего доброго. До свидания. Итак, телефон студии 346. Слушайте, вы меня там запарили, Аркадий, а ведь я же сделал ставку, две фишки, а. Выпадал номер 6. Но это мой любимый номер. Да, но только не в третьей шестерке. Почему? Какая шутка. Просто уел. Мой любимый номер. Я 2 года в армии этим номером работал. Алло. Алло, Тима, добрый вечер. Ой, как плохо слышно. В 3 раза громче. Хорошо. Спасибо. Как зовут? Дима, 5 фишек. Хорошо. Значит так, давай по спонсорам. По спонсорам 3 спонсора. И третья шестерка. И третья шестерка 2. Третья шестерка 2 и 3 спонсора. Есть, заказ принят. Спасибо. А у нас... Итак, коллега, что у нас? Еще ничего. Еще игра идет. Поэтому пока не тревожь. Наши глаза, облики стой. Наши глаза, рождение дня. И смерть огня. Наши глаза, звездная ночь. Наши глаза, потерянный рай. Наши глаза, закрытая дверь. Что тебе нужно, выбирай. К сожалению, друзья мои, связи с казино Конти пока нет. Я надеюсь, что человек, который нам опять мешает... Дорогой мой, откуда ты возвращаешься? Почему ты после 11 начинаешь нам мешать? Ну, у тебя же должна быть, если не совесть, только какой-то здравый смысл. Тебя же нафиг убьют скоро, родной ты мой. Ну, просто, ну зачем ты это делаешь? Алло.
Алло. Да, Аркадий, куда вы все время пропадаете, ну, а? Ну, вот видите, как у нас случается с этой игрой. Итак, у нас что? У нас было... Ну, напоминаю, у нас 30... радиорулетка. Да. Ага. 34 не входил в наш конкурс, конкурсный показ. Да какой? К сожалению, мимо. И что? Мимо все. А, все мимо. Алло. Алло, да. Все, все мимо, просто все. Обидно. Обидно, очень обидно, да? Спасибо большое, всего доброго. Итак, друзья мои, дабы не просаживать, так сказать, ритм, телефон студии 346-22-62. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер, как зовут? Меня зовут Вася. Вася? Марина. Марина. Извините, Марина, что я вас Васей назвал. Вот здравствуйте. Действительно, меня знаете, как только не называли за мою жизнь. Итак, Марина, как давно слушаете наше радио? Очень давно, я постоянно слушаю. Как вам наша ведущая? Как вам наша ведущая? Мне нравится Аркадий Арнаутский. Слушайте, здесь... Аркадий! Я слушаю. Марина сказала, что вы ей нравитесь. А почему у вас опять зависть в голосе? Аркадий, на самом деле я Марину попросил очень, мы с ней давние знакомые. Спасибо, Марина. Мне приятно, что Аркадию приятно, что вам приятно. Дим, хочешь, я с Мариной по этому поводу почитаю? Коротенькая. Да. Ты, Аркас, у нас держи, сидит в казино и пьет коктейль. Он Димуле не дает? Чего не дает? Выпить коктейль, а? Ну ладно, это не получилось. Марина, по-моему, получилось. Ну ладно, проехали. Хорошо, итак, 5 фишек, Марина, 6. Ой, ну давайте на 21. 21. Так, значит, на 27. 27, дальше. Где 20 присутствует? На эту шестерку? На шестерку, где присутствует 20. И если можно, 5 на красную, так не получится. И 5 на красную? Да. 6 минус 3, остается 5. Действительно 5. И 5 на красное. И это можно? Это нужно. Тогда у нас 8 фишек для Марины. Да ладно, слушайте, вот это вот уточнение. Девушка вам сказала, что любит вас, а вы там 5, 6, 7, 8. Я уточняю для вас, Дмитрий. Не надо для меня уточнять. О, какой вы. Поехали. Друзья мои, я хочу сказать вам, сказать горожанам, которые имеют... для которых я имею честь работать в радиорулетках, что какой-то паршивец нам постоянно мешает. Связи с казино Конти опять нет, сейчас проверю. А, алло. Алло, алло. Да, Аркадий. Да, вот опять нам помешали с вами сотрудничать. Да, да. Какой-то гад. Мягко говоря. Итак, что, что, ну, что? К сожалению, номер 6 – это черный номер и не входил в наши планы. Мимо, к сожалению, все мимо для Марины. Я передаю ей огромный привет. Пускай повезет ей в чем-то другом. Спасибо. Итак, Марина, да. Можно я тоже привет Аркадию передам? И наша общезнакомая Евгения. Евгении? Да. Хорошо. Спасибо, Марин. Аркадий. Я. Там какой-то Евгении привет передавали. А зачем вот эта злость откуда? Вы же добрый ко мне, по отношению ко мне человек. Это всегда было, правда? Это всегда так было, но почему я должен быть добрым к вашим любовницам? Вы знаете, что меня сейчас слушает мама. Она не одобряет этого. Да я шучу же, Аркадий. Я и к ним добрый. Алло. Алло. Да, добрый вечер. Привет. Секунду, подождите. Слушайте, Аркадий. Да. Аркадий, да. Я вот понял, когда вы сказали, что решили немножко заняться черной магией. Я только не пойму, зачем вы немножко выкрасились гуталином после этого, еще и голубым. Я там шучу. Остро, остро, просто очень остро. Алло, да-да-да, как зовут? Я отдохну, потому что я так долго звонила, что вообще сейчас просто не верю, что я дозвонилась. Вы пальцем набирали номер? Разомните его. Хорошо. Волшебная линия, разомните палец. Итак, как зовут вас? Аня. Как? Аня. Аня, очень приятно. Аня, интимно, но громко. Да. Можно? Можно. Ну, давайте, а как это будет звучать, интимно, но громко? Скажите, Дима, я люблю тебя. Дима, я очень тебя люблю. Аня, интимно должно быть. Смотрите, показываю. Дима, я люблю тебя. Дима, я люблю тебя. Вот, уже неплохо. Отлично. Итак, очень хорошо. Аня, сколько, okay. Сколько берем? Берем, а сколько дашь? Те, дашь те. Дашь те. Мы же на выйти, на выйти, да? Ну правильно, надо вначале, вначале а поухожу. Дима? Ну так вы сколько берете, Аня? 10. А что так мало? 20. Ну давайте золотую серединку. 15. Легко. Легко. Хорошо.
5 на черное, 10 на красное. 5 на черное, 10 на красное. И одну на зеро. 5 на черное, 9 на красное, и одну на зеро, коллега. Я вас понял. А вы долго будете разбазаривать все это дело? Так а это вы мне скажите, долго я буду разбазаривать или нет? Я уже вам говорю спасибо за свидание. Окей. Ди Бронкс и Натали с супербоевиком 95-го года «Поколение свободы». Я желаю вам, друзья мои, быть свободными даже во сне. Вау! Поехали! Поколение свободы, поколение свободы, идем рука в руке, через время, через боль, мир и свет, и любви, здесь собрали все народы, идем рука в руке, поколение свободы, поколение свободы, через время, через годы, поколение свободы, дня грядущего народа. Скорее свое тело, делай шаг, делай другой вперед. Не стой, танцуй, не стой. В этом мире нет лимита. Дверь в галактику открыта. Разум наш укажет путь, даст понять, в чем жизнь. Поколение свободы, поколение свободы. Идем рука в руке, через время, через боль. Мир и свет, и любви, здесь собрали все народы. Идем рука в руке, поколение свободы. Опять связи у нас нет, обидно, очень обидно. Итак, Аркадий, где вы снова пропадали? Ну, опять я выяснял отношения боксом. Ну, Аркадий, я боксер. Подождите, у вас же сильное место – это растяжка. Ну, вы знаете, вы помните, я за это, за один растяг мне дают 200. Да, я помню. Итак, Аркадий, что? Номер 15. 15 – черный номер, и это значит 10 фишек. Ну, уже 10 у нас было, 15, теперь уже 10. Алло. Алло. Аня. А, да. 10 фишек, Аня. Прекрасно. Ну так что прекрасно, мы идем назад. Ну почему назад? У меня ничего сначала не было, а теперь уже 10. Аня, приятно иметь дело с умной женщиной. Но в жены вряд ли возьму, потому что логика чисто женская. И что, Аня, мы будем делать с 10? Как всегда, 5 на 10, 5 на красный, 5 на черный, 5 на красный. Нет, так у нас останется 10 точно. Точно, да? Да. Тогда... 3 на 5. Что? 3 на 5. Чего? Ну чего? Ну расскажи мне, как мне ставить. Короче, мы ставим 10 на одну из трех дюжин. Либо пан, либо пропал. Ну давай. На какую? Первая, вторая, третья? Третья. 10 фишек на третью дюжину. Есть. Есть, да? Да. Окей, 23 часа 39 минут. Я приветствую вас на чем... Раз. В ночном эфире на волнах Первой Петербургской радио «Рулетка по пятницам». Самая популярная игрушка в городах вещания радиостанции «Модерн». Радио «Рулетка» именно по пятницам. Итак, коллега, что у нас? Еще нет, Дмитрий, еще нет. Слишком много игроков вновь прибывших, поэтому раздавались тиражи. Поэтому пока еще шарик не вертелся. Какие тиражи? Вы что, там подписку проводите, что ли, а? Перестаньте со мной так разговаривать. Мне же все-таки обидно. Мне знаете, сколько лет? Сколько? А я до сих пор, я мог бы стать Шопенгауэром, Достоевским, а до сих пор разговариваю с вами. Аркадий, если посчитать все годы, которые вы просидели, вы должны уже давно быть Нельсоном Манделой. А вот во время встреч с девушками, когда вас спрашивают о деньги, вы гордо отвечаете: гусары денег не берут.
all nice.